Всем привет, ребята! Меня зовут Измалкин, я Мэтнес Хэппи Амнезия. И сегодня мы будем опять продолжать играть. Опять мы будем проверять моды Тревор Хендерсон в Майнкрафте. Поехали. Итак, ребята, после видео я случайно запомнил Cartoon Dog'а. Да, он тот пишет мне, которого нельзя убить. Даже сам себя умирает. И, короче, я его выкину в бездну. И все. Ладно. Следующий у нас моб. Это у нас Cartoon Dog. Вот сам Cartoon Dog. Давайте убьем его. Я не знаю, Майнкрафт будет за это лагать. Там был обычный пес. Cartoon Cat. Мультяшный кот. ЕС3.3. Вот сам. Ну, обычно чуксо. Опа, умирает сам себя. Что за... это урон. Кого запомнил? Мутясный собак, стой. Ладно. Следующий у нас Кэт Бенди. Бенди Кэт. Это мультяшный кот Бенди. Видимо, мультяшный кот селился Бенди. И все. Ладно, давайте убьем. Ой, Майнкрафт будет лагать. Как я не люблю это. Все, я убил. Правда, конечно, у меня уже играет музыка Бенди. Ну ладно, следующий. Это у нас лампоголовый огромный какой-то. И еще какой-то монстр. Мелкий домоголовый. Не знаю, почему мелкий. Я не знаю. Поезд пожиратель. Странный какой-то он. Поезд пожиратель. Так. А это какой-то гигант. Странный. Кто это? Вообще, я не знаю, кто это. Ну ладно, надо убрать это. Следующий у нас какой-то монстр, я не знаю. Вот мутясный кот, добрый. И бокс-убийца. Ой, мутясный кот меня взял почему-то. А, он убивает этого монстра. Крыса. Ну а вот крыса. Мутясный кот. Следующий у нас. Какой-то тот самый человек, не знаю, кто это. На тебе. И мутяшный кот, который поменял свет. Не знаю почему. Надо взять того неч. Опа, переселся какой-то кота фиолетового, который светится. Ну ладно. До свидания. Так, то сам какой-то бокс-убийца. Это нормально. Идем бы в краи какой-то. Снова ангел. Ну ладно, следующий. Следующий у нас моб, это у нас. Сиреноголовый Йося. Вторая босс. Ну, не нужен мне босс. Следующий. Это у нас мультяшный пес. Что-то орёт сразу. Следующий у нас, это у нас могилоголовый. Понял я, походу. Надо их удать, чтобы они появились, понял. Вон хоз. Да грязный лоз, снова привет. И машина, которым мы можем садиться и кататься. Просто я просто не знаю, куда нажимать. Я, походу, сел. Ну, круто. Ладно. Это у нас Ghost Pig. Ну ладно, убьем всех. Убьем всех. Хотел сказать, следующий. Это какой-то робот. Или не знаю, кто это. Ну ладно, до свидания. А следующий у нас паук мутясный кот. Ну вот сам мутясный кот паук. Кстати, эта моделька мне нравится. Правда, конечно, этот мутясный кот запомнил. Много маленьких мутясных котов-пауков. Cartoon Dog, ЕС3.
Вот сам картундук я все три. О, кстати, запомним у тесных волков. Почему-то. Ну а... Я испугался вообще этого. А у нас последний уже. Мобы, это у нас. Это у нас сиреноголовый старый. А, это гейм. Это гейм игра. Это игра сиреноголовый. Ну, моделька мне совсем не нравится. Так что я его убью. До свидания. Следующий у нас, это у нас... Пауз, Бойз, Томас. Так, я его ударил и стал Томас XZ. Ой-ой, там текстуры что-то не так. Да. Ладно, до свидания. Это какой-то, не знаю, что это. Мне эти не нравятся. И какой-то акула белый, который летающий. И у нас монстр из кинотеатра. Так его зовут. Нужен был тихо, чтобы вас не убил. И все. Участник код 30-х годов. Вот сам. Где мой меч? Куда? А, вот он. Ну-ка, иди сюда. Все, убил. Это у нас паук-гигант. Который... Так, все. Все. Это уже последние яйца. Да, вот такой все моды Трава Хендерсон, который я все включил. Ну, пора уже надо закончить это видео. Ну что, ребята, с вами я был, Измалкин Илья, Мэтнес Хэппи Аунизе. И всем пока.